Если ты не гей, то на лайк нажми скорей. Ха-хай, дорогие друзья, всем здорово, гангстеры, мне пришла просто охренительная идея. Я прямо сейчас нахожусь за респой, за самой нубской респой, на которой появляются все игроки Хасла и новички Радмира. Я оставлю открытым эксклюзивную машину, в багажнике которой, пацаны, будут лежать настоящие деньги. И в разном количестве мы будем оставлять эксклюзивы и смотреть, догадаются ли новички, игроки, появившиеся на респе, открыть багажник и забрать деньги. Там целый клад, или они просто угонят тачку и будут на ней кататься до последнего. Давайте сложим. Я не помню, сколько можно складывать максимально в багажник, но, например, давай в эту машину попробуем положить 400 тысяч вертов. 100 тысяч максимально можно ложить, точно. Вот, а можно ли положить, подожди, два раза по 200? Или мы можем максимально положить по 100? Сейчас мы это узнаем. Можно ли еще сложить туда 200 косарей? Нет, 100 тысяч можно положить в максимум в багажник этой машины. Теперь мы отправляемся, пацаны, первую машину нашу прятать. В общем-то, невзначай оставим ее открытой, заведенной. Если какой-то человек ее угонит, мы будем следить за ним. Но для того, чтобы за ним следить, нам нужно поставить другую машину для слежки. Сейчас мы все, пацаны, организуем. Блин, мне кажется, это будет охренительный эксперимент. Тачка для слежки у меня там организована. Неприметный джип Grand Cherokee. Жалко не с тонировкой, но мы в скине гаишника надели скин, потому что, ну, как бы тот красный скин реально привлекает внимание. Мы сейчас просто быстренько подкатываемся и садимся в нашу патрульную машину, на которой будем следить за игроками. Догадаются ли они открыть багажник и забрать 100 тысяч, или будут же просто кататься на открытой машине. Давайте удостоверимся, что она открыта. Она действительно открыта. Мы вот так вот ее просто здесь оставляем, да, припаркованным, выходим. Оставляем ее обязательно заведенной, а сами, в свою очередь, садимся в джип Grand Cherokee, который нас уже здесь поджидает. Вот такая неприметная машинка, пацаны, недавно ее случайно оставил с конта. Все еще думаю, что с ней сделать. Сегодня она мне пригодилась. Так, ладно, ключи даже в нее не вставлены, смотрите, можно обосраться с этим моментом. Заводим, пристегиваем ремень, и мы уже видим, что какая-то тетя, бля, туда присела, значит, за наш автомобиль. И поехала. Как-то она покатилась, что-то она там даже заднюю когда-то сдает. Я, в общем-то, оставляю на респе, или она едет сюда, подожди. Походу, он меня раскусил сразу, первый чувак. Здорово, брат, если ты меня раскусил, оставь машину там на респе, если ты не хочешь кататься на ней, оставь ее для нубов. Да, мне просто надо за дрону поехать. А, не, ну ты можешь, как бы, ну... ну, да, давай оставим. Ну ты меня узнал, бля, но я как бы неприметно здесь. Брось ее, пожалуйста. Он не знает, что в ней 100к в багажнике, он даже не проверяет. Я просто хочу посмотреть, заберет ли кто-то другой эту машину или нет. Ему нужно за другом поехать, хотя как он поедет за ней за другом, если машина одноместная? Ладно, будем ждать, кто-то присядет или нет. Блин, может быть, подъехать ближе? Давайте подъедем ближе все-таки, будем ждать. Или там все-таки бензин закончится, я не знаю. Что раньше произойдет? Так, зашел какой-то Макс Пейн, значит, смотрит машинки здесь, разглядывает. Подойдет ли он к эксклюзивной или побежит туда? Побежал туда. Пока никто даже ее не хочет украсть. Уникальная эксклюзивная машина, и никто не хочет ее взять. Это интересный момент такой. Ждем, ждем, пацаны, ждем. Или мне кажется, дело в том, что он ее заглушил. Блять, может он... Потому что он ее заглушил, может ее завести надо снова. Давайте сбегаем. Просто здесь вообще практически никто не появился. А, нет, она заведенная. Да блин, она всем своим видом намекает, возьми меня, попробуй хотя бы, нажми на кнопку. Мне кажется, никто не догадается. Чтобы кто-то догадался реально вытащить из багажника там бабки, это надо подсказать человеку. Ну что будет вообще, и куда поедет человек на этой машине, если он его возьмет? Мне хочется проследить. Так, есть какой-то рыжик. Тетка-то все бегает, но тетку мы спалили сразу. Он подъехал к нам, он спалил меня, он меня спалил очень люто. Нужен дигл. А, это он вопросы задает там, ё-моё. Так, вроде есть контакт, вроде какой-то чувак подошел к машине. Почему никто не пытается даже сесть в нее? Это удивительно. Челы бегают вокруг тачки, они не садятся, они даже не пытаются. Вы что, реально натренированы? Как можно в GTA не попробовать сесть в такую машину? Просто вы что, гоните, пацаны? Никто даже не садится в нее. В ней лежит 100к в открытом багажнике. Что-то чел подошел, посмотрел. Там парень дигл продает, всем ходит. Причем угрозы какой-то, видимо. Бля, ну здесь конкретные типа ганы. Он просто стрелять начал. То есть он не продал дигл, он начал стрелять. Бля, это все с Хасла, да, я так понимаю, ребята? Кто-то возьмет или нет мою тачку? Кто-то уедет на ней сегодня? Я хочу последить. Вон же крутятся люди у нее. Нажмите F, просто одну кнопку, сука, вам нажать и сесть в машину. Вон вроде есть какой-то человек, который садится. Или меня вот этот рыжик убьет быстрее. Почему никто не садится? Бля, может им показать, что надо сесть? Ну вон, там человек, он прям вплотную к машине. Он не может сесть разве в нее или что? Почему у него не садится? Он же пытается, я всем видом вижу, что он пытается. Машина была открыта. Машина же была открыта. Она заведена, неужели ты тот бомж, что я смог закрыть? Да, так, в нее можно сесть, она открыта. В нее никто не садится, вы представляете себе? Я вот даже в этой машине сделал намек на то, что багажник открывается.
Ну, чел, ну просто нажми кнопку, бля, он не знает, где кнопка. Ебать он на угаре. У него заведенная машина стоит, она действительно открыта, пацаны, ну без приколов, в нее можно сесть. Но никто этого не делает. Так, есть какое-то движение, я серьезно, без приколов говорю, я стою здесь 5 минут, никто даже не пытается сесть в эту машину. Ни у кого не возникает даже, сука, мысли попробовать. Она стоит заведенная, у нее пердит двигатель, ну неужели кто-то приехал на респу и просто так ее бросил, блин. У нее открыт багажник, никто даже не подходит этого не делать, чтобы посмотреть содержимое багажника. Как все близко, 100 косарей лежит на респе просто вот в таком виде, возьми и забери. Бля, ну хоть кто-то на ней поедет сегодня, сука, пожалуйста, скажите мне, что на ней кто-то поедет, куда-то ее довезет, где там какой-то умный человек откроет багажник. Чей аппарат, спрашивает какой-то человек. Я поехал, аппарат ничей. Хочешь, бери, садись. Садись, дружище, пожалуйста, сядь, попробуй, нажми кнопку один раз. Я же не верю, что они не могут сесть в эту машину. Но она открытая. Я нажимал F, я проверял. Возьми, нажми F. Возьми, сука, нажми F просто. Нажми F и сядь в нее. Что они там пишут? Кто-то сядет, сука, сегодня в машину в мою или нет? Сел! Кто-то сел и поехал! Догадался! И три бича бегут за ним, блять, там столько сорей. Я надеюсь, эта машина не такая быстрая, Гранд Чероки сможет ее догнать. Мы поехали следить за ним, куда он на ней поедет и что он будет с ней делать. Он меня в целом не видит, если он не крутит мышкой. И мы не должны спалиться, дружище, куда ты на своем тарантасе, блядь, передо мной выезжаешь? У меня угнали мой болид скоростной. 100 косарей лежит в багажнике, чел просто поехал. И едет. Бля, мне так интересно, куда он поедет, куда он и где он ее оставит, что он будет с ней делать. Главное его не потерять. Я даже и ник его не знаю, пацаны. Нужно хотя бы знать его ник или айдишник, чтобы потом его не потерять. Нужно поехать поближе и как-то типа... Ничего себе он пути выбирает. Ё-моё, пацаны. Так там погоня, походу, у нас. Либо он меня спалил, что я на хвосте. Слишком уж очевидно, да, было, что я еду на хвосте. А нет, он куда-то подъехал. Куда-то он подъехал. Все, я запомнил его имя. Айди. Яша. Яша. Дураша. Там 100 к лежит в багажнике. Дружище, вон он поехал, я вижу, главное не потерять его, пацаны, главное не потерять. Это очень сложно на машине. Мы единственная машина, которая едет за ним, блин. Мы можем легко спалиться, главное не показываться. Яша едет, сука, Яша подозревает или нет, что за ним погоня? Надеюсь, Яша этого не знает. Бля, пожалуйста, только не заглохнуть. Но машина не быстрая, я специально выбрал такую, если бы я поставил ламбу там, понятно, что бы я ее не догнал уже. Он пропал у меня из зоны прорисовки, но мы догоним сейчас. У меня машина должна разгоняться быстрее, чем та колымага. А где колымага? Где Яша? Бля, где Яша на колымаге? Ёбаный сыр, а где Яша? Ебать, он куда-то свернул, что ли? Подожди, я не заметил. Мы потеряли Яшу? С угнанной машиной мы не можем... Мы найдем во всяком случае, пацаны. Ну надо вернуться, значит, он куда-то сворачивал. Скорее всего, направо, возможно. Ну, нужно где-то его здесь искать. Блин, а как нам проверить? Сука, где-то он здесь, по-любому. Я думаю, он там, где вот это большое скопление людей. Будет ли он проверять багажник у этой тачки? Нам, ну, мы во всяком случае проверим, забрал ли Яша 100 косарей. Но надо найти Яшу. Яша, бля, бодро урвал. Он просто пропал из зоны прорисовки и все, и растворился. Хотя было очевидно, что он едет прямо. Придется искать его другим методом. Я нашел Яшу, пацаны, мы видим Яшу. Яша едет. Яша остановился. Яша задумался. Яша украл машину. У него 100к в багажнике. Забери. Яша, просто забери. Забери бабки. Мне кажется, он обосрался. Он просто стоит и ничего не делает, потому что он понял, что меня админ тпшнул к Яше. И, скорее всего, было написано это у него в чате. С большей вероятностью. Так, все, он поехал. Он уверен в себе. Он должен оставить эту машину где-то. А мы не должны его потерять. Бля, Яша катается, наслаждается на классной тачке, но у него 100к в багажнике. Больше мы положить туда, к сожалению, не можем. Он поехал через переезд. Он готов потерять эксклюзив, но лишь бы покататься на нем. Ошалеть. Он идет на обгон автобуса. Кстати, тачка-то быстрая. Он скорее... И он свернул налево, как оказывается. Я его искал совсем не в том месте, не совсем не в той дороге. Как он свернул, через поле или через что, я не знаю. Но он едет на очень приметной машине. Куда же он поедет? Может, ему подсказать как-то? Чтобы он проверил багажник? В багажнике 100 тысяч. Бля, он меня слышит? В багажнике 100 тысяч. Блять, он проверит или нет? Я хочу, чтобы он открыл. Я думаю, он меня не слышит, походу, вообще.
Может, у него угонят эту тачку, я хз. Он поехал до больницы! Он поехал до больницы! Яша, короче, мы сейчас у него угоним тачку. Бля, он прокатился просто у больницы, сука, он проехал. Вон он катается. Вон он катается, пацаны. Так, Яша флексанул около больницы, но не стал останавливаться. Он понимает, что машина открыта, и он рискует потерять машину. Но он не он едет снова к мусарке, он уже здесь проезжал. Подожди, давай вот здесь вот. Он уезжает от меня, я его пугаю. Яша, верни машину. Он угнал мою машину. Так, пацаны, Яша. Яша попал в аварию. Мы будем гнаться за Яшей. Яша угнал машину, не догадывается, что там есть в багажнике. Прижмитесь к обочине, я полицейский. Прижмитесь к обочине, я полицейский. Я не буду трогать вашу машину. Блять, я не на полицейской машине. Это приказ ГИБДД. Яша не останавливается, Яша будет сейчас в погоне. Он не может остановиться и достать 100 тысяч. Я хочу его остановить и заставить его открыть багажник. Остановитесь, мне нужно проверить ваш багажник. Просто проверить багажник. Угнанная машина. Пидасы, гаишники, похуй им. Просто насрать. Они не помогут мне. Я один должен выкручиваться. Я же тоже гаишник. В скине гаишника, ладно. Яша удирает. У Яши конкретная погоня. Сука, Яша, там 100 тысяч. Он приехал на респу. Остановитесь. Багажник, покажите ваш багажник. Что ты делаешь без мамы? Я полицейский. Он мне сказал, что ты делаешь без мамной. Пиздец ему, пацаны. Мы догоним его сейчас. И дадим ему пиздов. Надеюсь... А, у меня и эту угнали! У меня нет 100 тысяч! Ебать, они могли ту так угнать? А куда съебнул Яша? Яша, ты где, блядь? Ё-моё. Так, Яша дрифтует. У него очень мало хп. Нужно сделать как-то, чтобы он разбился. Или потерял хп. Сейчас мы вот здесь его встретим. Он меня сбил, сука. Но хп мы ему потратили. Мы будем его преследовать как призрак, блядь, как маньяк. Так, Яша дал заднюю. Яша поехал назад. Все, я понял. Яша поехал к автомеханикам. У меня 5%. Мне нужно срочно догнать его. У меня 5%, сука, я не смогу долго за ним гоняться. А где Яша? Он же поехал к автомеханикам, да? Да! Водитель белой, желтой машины, остановитесь. Иди нахуй, говорит. Вот это попадалово. Прижмитесь к обочине. Подожди, а ты чё? Нет, я полицейский. Меня админ, у меня просто спецзадание на эту машину, а вы ее угнали. В нее должен был сесть опасный преступник. Либо вы опасный преступник, либо вы выходите из машины. Вы вор в законе? А вы, можно ваш багажник проверить? Вот просто остановиться, может быть там... Может быть, там 100 тысяч, братишка, завалялось? Не думал, блядь. Блядь, он не хочет. Он просто меня посылает. Дружище, там, может, 100 тысяч завалялось. Может, проверишь? Вот это интересно. Бензин у него закончился. Давайте посмотрим в багажник вместе, да. О май гад, там было 100 тысяч. Это ваши деньги? Нет. Откуда, вы украли их, что ли? Я эту машину угнал, да. Угнал? Вы, получается, угнали машину? И сперли 100 тысяч, да? Ебать, там 100 тысяч было халявных. Вы прикиньте, вы преступник, получается. Пройдемте со мной, я вас довезу до отделения. Давай. Давай, говорит. Ладно. А ты что такой мажор? У тебя скин гаишника, блядь, который стоит там, блядь, 100 миллионов нахуй. Ну я... Ну, ты же понимаешь, что это мои деньги там были спрятаны, ты просто должен был их там найти. И тачка ДПСовская, которую, блядь, да, нет, это все, блядь, это рабочая. На втором сервере просто тут белые номера. Нет, ты видишь, ты ее открыл, блядь. А, да нет, это та машина была, желтая моя машина была, в ней 100 тысяч я положил, ты должен был их найти, ты нашел их, ты первый, кто угнал. Я следил за тобой. Неплохо. Неплохо, но я тебе предлагаю сделать лучше. Я спрячу машину, и в следующей серии ты будешь искать Гранд Чироки. Если находишь, машина твоя, и в ней еще будет снова лежать 100 тысяч. Если ты согласен, мы можем сыграть в эту игру на прятки. Если же ты не находишь, я убиваю тебя. Ну и все, в целом, больше ничего не смогу сделать, к сожалению. Готов сыграть на жизнь или найти машину с багажником в 100 тысяч? Ну если я найду, то... Если ты найдешь, то она твоя. У тебя есть дом или что-нибудь такое? Нет.
Нет, ну тогда деньгами отдам, если найдешь. А если не найдешь, то убью. Зато у меня 100 тысяч есть. 100 тысяч есть? Да. Нормально. Короче, пацаны, если под этим видео будет реально дохрена лайков, то этот парень сыграет действительно в ту игру, которую я вам предложил. Игра, в общем-то, предельно простая. Найти тот самый Гранд Чероки, на котором мы его сейчас искали. Если он находит, он его забирает, или же в эквиваленте с деньгами. Если же не находит, то мы его, в общем-то, убиваем, а то и, может быть, даже как-нибудь сделаем ему больнее, чем просто убийство. Ну, это уже решим в комментариях, пацаны. Поэтому предлагайте наказание, если он не найдет за отведенное время. Ставьте лайки, увидимся в следующей серии с этим пацаном. До скорых встреч, пока!